Ну, как первый день в школе? Ну как? Никак. Сойдет. Никогда не гадали, глядя на человека, что там у него в голове? Тоже заметили? Да. Что-то не то. Будем выяснять, в чем дело. При поддержке мужа. Сигнальный кашель. Ох ты, смотрит на нас. Что сказала? Что? Ой, извините, сэр, никто не слушал. Носки не убрали? Не опустили стульчак? Что? Что ей нужно от нас? Сигналим дальше. А, Райли, как дела в школе? Всегда в тему. И вот на это мы променяли бразильского пилота. В школе как в школе, отстаньте. Наша задача, чтобы все было тихо, спокойно. Райли, ты не заболела? Сэр, она глаза закатывает. Ладно, демонстрация силы. Кулаком по столу хотелось бы. Нет, только не это. Райли, это что за неуважительный тон? О, кому-то наш тон не нравится. Стоп, тихо. Да что вы прицепились? Нормально все. Высокие уровни дерзости. Так, багровеем лицом. Вывести угрозу на него. Ты очень удивляешь нас своим сегодняшним поведением. Все, напросился папаша. Да? Ну и? Полная готовность. Снять нервы с предохранителя. Отцовские нервы на взводе. Достали меня! Огонь! Так, марш в комнату. Враг бежит. Враг побежден. Браво, джентльмены. Дело шло к катастрофе. Ну, в общем, катастрофа. Улетай со мной в небеса любви.